Нужно, чтобы она отошла! Мульти-пульти представляет! Котенок Китти! Путешествие домой! Ой, Китти! Как ты сюда попала? Ты что, потерялась? Куда ты? Постой, я тебя домой отведу! Ладно, уберу сначала! Пойду за Китти! А как же мне тут пройти? Ух ты, птичка, помоги! Палочку мне нужно на мешки сбросить, чтобы перебежать. О, рогатка! Птица! Бум! Спасибо! Китти! Кит-кит-кит, где ты? Ух, паучок расплел свои сети! Бабочка! Теперь могу пробежать! О, хомяк! Хомяк! Дай колючек от дверцы! Хомячок! Ну, покушай! А вон и ключик, как ты! Ты его под попу спрятал, чтобы я не понял! Ну ладно! Приятного аппетита! Опять этот паук! И яички какие-то, а мне же на ту сторону надо. Ну ладно, посмотрим, что ты придумаешь сейчас. Одно яичко, второе, а третье, о, палочка. А мы этой палочкой камушек протолкнем. Опля, гусеница. А, я понял. Паук на нее охотится и ставит сети, и так мы пробежим. Надо срочно найти Китти и вернуть ее домой. Опять хомячок. Смотрите, ручной хомяк. Опять ему нужно яблоко. Он меня поднимет наверх. Да, хомячок? Угу. Ух ты, классно. А как же дальше? Так, 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 сейчас придумаем. Вот точно палочка. Приятного аппетита, хомяк! О, Китти! Пошли, я тебя домой отведу, к Варваре Петровне! Вот только дверца закрыта! Вот гусеничка, а вон птичка! Покормим птичку гусеничкой! Тебе ключ надо достать! И мне как-то нужно слезть! Идем, идем, Китти, не переживай. Да, сейчас что-то придумаем, ты что, не переживай. Вот ключик достали, сейчас я только слезу вниз и пойдем. Эту палочку нужно, о, получилось, классно. Все, я слажу, пойдем, не переживай ты так. О, какое движение! А нам на ту сторону надо! Закроем дверцу, закрываем. Идем. На какой светофор нужно переходить дорогу? Правильно, на зеленый. Так, закроем люк. И переходим по зебре. Ух, какая злая собачка! Китти, не бойся, сейчас что-то придумаем! Ага, вон мышка! Тортик броси мышке! А собачке косточку! И все, можно проходить! Бежим! Не бойся! Экскаватор копает! Что-то строится тут! Почти пришли! А вот и рукоятка! От экскаватора! Экскаватор, пересади нас на другую сторону! Спасибо! А вон какой-то противный стоит парень, над всеми смеется! Ой, не плачь, малыш! А вот тетя уборщица, она задаст сейчас этому
мясному человеку. Бум, на тебе. Ну пошли дальше. Уже почти пришли. Ура! Варвара Петровна, а вот и ваша Кити. Покормлю Барбосика. Ой, малышка Кити, я так скучала за тобой, моя кисечка, привет, спасибо тебе. Мы были на канале Мульти-Пульти, подписывайтесь, ставьте лайки и все такое.